тебе нужно выбрать ту фигуру, про которую ты можешь сказать: да, это я. Ну вот круг, да. Женщина, которая выбирает круг, это действительно женщина чрезмерно эмоциональная. При этом женщина, которая очень любит и умеет общаться. Она будет заботиться о комфорте других, но иногда склонна принимать поспешные решения и преувеличивать недостатки других людей. А ты согласна с тем, что сказала Лариса? По поводу эмоций, да, я знаю, что был такой момент. Как это проявлялось, да? Я давала подзатыльник. Мужчина била? Подпрыгивала и давала подзатыльник. Вы как отреагируете, если вам девушка? Да если в шуточку, то можно тоже так взвесить. Аккуратненько, да, аккуратненько. Я не трогаю девушек, поэтому попытаюсь отшутиться. Макс! Игнорировать. Я надеюсь, до этого не дойдет. Я думаю, теперь показать тебе более легкий способ проявлять свои эмоции. Пойдем. Дашенька, она такая очень хорошая девочка, знаете, вот прям такая русская. Вот как вот, с коробки молока, знаете, такая вот. С шоколадки, Ален. Да, да, точно. Я сейчас тебе покажу очень легкую практику управления своими эмоциями. И я думаю, зал нас тоже в ней поддержит. Готовы? Сейчас будем вместе делать, выпускать пар. И выпускать пар мы будем простым способом. Руки так. И теперь мы будем ударять по бокам. Здесь есть определенные точки, связанные с нашими эмоциями. И говорить, как пар выпускают, каким звуком. Ага. И зал активнее. Мы все не слышим. Выпускаем пар. Всю злость. Весь негатив. Давайте. Так, повыше, повыше. Вот тут прямо силой. Ну что, хочется после этого давать подзатыльники? Это действительно очень действенная практика и поможет тебе в те моменты, когда ты чувствуешь, что ты выходишь из себя.